Большой зал Дворца культуры имени Гагарина был полон людей. Депутаты, чиновники, предприниматели, общественные деятели, журналисты пришли послушать отчет главы района за 2015 год. Дверь большого зала была открыта для всех желающих. В преддверии мероприятия Сергей Пахомов через социальные сети лично пригласил жителей района на свой годовой отчет. Началось мероприятие с показа фильма, в котором говорилось о приоритетных задачах, которые ставит перед администрацией района глава. Безопасность на дорогах, открытие многофункциональных центров, инвестиции, расселение ветхого и аварийного жилья – далеко не полный список озвученных в отчете задач. Главное достижение прошедшего года, я считаю, выстроенные современные методы территориального управления. С одной стороны, это технические методы, такие как МФЦ, добродетель, служба 112. А с другой стороны, это новый формат власть-житель и взаимодействие управленческих команд. Показатели, на которые район должен был выйти в 2015 году в рамках выполнения маятных указов президента, достигнуты. Выполнение поставленных задач обеспечило нам рост основных показателей, характеризующих качество жизни, что позволило нам занять первое место в рейтинге муниципальных образований в Московской области, оценка эффективности работы органов местного самоуправления. Красноречивее о том, что сделано за прошедший год, говорят цифры. 130 тысяч принятых звонков за 7 месяцев работы системы 112, 18 установленных на улицах города видеокамер и 229, которые установят в 2016 году по проекту «Безопасный регион». 138 миллионов рублей вложено за последние два года в здравоохранение. За два следующих планируется вложить еще 700 миллионов рублей. Мы сегодня достраиваем новый родильный дом в Зеленом Посаде. В 2016 году введем его в строй, как и обещали. Через 9 месяцев он должен принять первых счастливых пациентов. В прошлом году мы открыли 6 детских садов, 4 построили новенькие в Зеленом Посаде и в поселке Заречный, и 2 забрали у города Москвы, реконструировали и открыли в поселке Новый. Из социально значимых объектов, которые строятся в районе, школа на Северном 5. Ее открытие запланировано на 2018 год, что поможет решить задачу второй смены. Пока остаются проблемы обучения в две смены. Докладываю, в 2014 году за счет внутренних резервов мы уменьшили количество занимающихся во вторую смену на 115 учеников. В 2015 еще на 185, итого на 300 за два года. Развитие спорта. Этой теме был посвящен отдельный раздел отчета главы района. За последние два года построены 5 функциональных спортивных площадок, установлены 39 уличных тренажеров, идет строительство ФОКа с бассейном в Ремаше. Там же открыли прекрасное искусственное мини-футбольное поле, поэтапно ремонтируем спорткомплекс. Реализуется проект реконструкции стадиона «Луч» с заменой футбольного поля на искусственное, с устройством новых легкоатлетических дорожек, новых трибун. К сентябрю планируем открытие долгожданного ледового дворца. Строительство там уже ведется. В этом году также планируем построить еще 4 современные хоккейные коробки с раздевалками. Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и развитие поселений. Следующий раздел отчета Сергея Пахомова. В 2015 году продолжено наведение порядка по управлению домами. Из 48 13 управляющих компаний не получили лицензию на право управления жилищным фондом. В текущем году работа по выводу с рынка неэффективных управляющих компаний будет продолжена. Строительство западного объезда Сергиева Посада – это отдельная тема. Это не просто первая новая дорога в районе за последние 30 лет. С тех пор, как открыли трассу М8 Ярославку и самая значимая дорога в нашей истории, это не просто один из самых важных и значимых проектов, это реальная возможность радикально перестроить жизнь в городе по современным стандартам, сделать ее удобной, получить возможность для правильного развития на долгие годы вперед. На территории района за год зарегистрировались более 200 предприятий, создано более 1000 новых рабочих мест. В этом направлении работа продолжится. В прошедшем году мы провели большую работу, плановую работу по подготовке документации для организации на территории района свободной экономической зоны с уникальными условиями для новых резидентов. Губернатор особенно подчеркнул в своем обращении, что помимо федеральных льгот на территории свободной экономической зоны в Московской области будут и иные областные льготы. Это
каникулы по налогу на прибыль имущества на первые 8 лет ставка 0%, в следующие 6 лет ставка 5%. В этом году мы планируем подавать заявку на организацию услуги. Это порядка 4000 новых рабочих мест с естественной инфраструктурой для развития территории в целом. Говорилось в годовом отчете о других сферах жизни района, развитии выездного туризма, взаимодействии власти с жителями и не только. В завершении мероприятия Сергей Пахомов поблагодарил советы депутатов, общественные организации, бизнес, СМИ и общественную палату. Татьяна Сташенко, Михаил Жучков, День города.